В Омской области состоялся всероссийский семинар-практикум «Оптимальная модель развития сельского спорта на основе опыта Омской области». Он проходил в очно-заочном формате. В событии приняли участие представители 50 регионов нашей страны. В режиме онлайн к дискуссии присоединился директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта России Максим Уразов, а на площадке в Сибгувке к обсуждению вопросов развития спорта на селе подключилась заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова. Мы как регион гордимся тем, что более 50 лет мы проводим, и мы не утратили эти спортивно-культурные праздники «Королева спорта» и «Праздник Севера». И во все самые непростые времена для нашего государства мы продолжали принимать в одном из районных центров спортсменов со всего региона. И это замечательная традиция не просто встреча тех, кто очень любит спорт и кто живет со спортом и физкультурой каждый день, но это и возможность улучшать материальную базу принимающего района. Сегодня качественные условия для занятий физкультурой и спортом созданы в большинстве сельских районов Омской области. Идет работа на перспективу. О поиске новых форм и решений рассказал министр спорта региона Дмитрий Крикарьянц. Проектные такие вот хорошие решения – это и наши спартакиады, это и реновация спортивных объектов, и кадровые взаимоотношения вот именно там и с нашим университетом. Есть вопросы, их нужно решать, на них нужно обращать внимание. И нужно обращать внимание именно вот на таком на межрегиональном, на всероссийском уровне. В ходе дискуссии обсуждались рабочие модели, подбирались оптимальные варианты организации условий для развития спорта на селе. В частности, рассматривался вопрос привлечения кадров, тренеров, инструкторов. Параллельно был презентован федеральный проект «Спорт на селе», который поможет возродить спортивные сельские клубы и привлечь население к занятиям физической культурой. Итоги диспута подвел руководитель Центра по развитию спорта на сельских территориях Российского союза сельской молодежи Виктор Бабкин. Мы видим, нужны модели, нужны пилотные регионы, которые дают, задают тон и дают вектор движения. Куда и как должен развиваться сельский спорт, вот, какова методика концептуальная, каковы должны быть кадры, какая база. Впереди большая работа. К 2024 году доля сельского населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, должна достигнуть 45% от его общей численности.